Всем привет! Я сегодня вот такой, сейчас только очки сниму, потому что хочу попробовать кое-что новое. Сейчас, одну секунду, неудобно с очками, ну все. Хочу попробовать сегодня новую камеру. Вчера получил и еще не пробовал. Вот первые съемки. Это какая у меня тут? Esehota 6 Legend. Ну, типа легенда или что, такого стиля, да? Вчера с Китая прислали. И еще хочу попробовать, и заодно уже включил пока временно микрофон, который от GoPro у меня есть. По одной простой причине, что здесь на улицах очень шумно. И не хочу орать на всю улицу прямо. Но в чем прикол? Все время подыскиваю камеру, которая мне бы годилась не только на рыбалку, потому что на рыбалку у меня годится и этот самый. Как его там? У меня годится GoPro 3, которая у меня есть. А, старенькая камера, но для рыбалок, для того, чтобы на жилетку повесить, то все нормально. Плюс я еще специальную коробочку для нее сделал, непромокаемую, на которой звук пропускает. Это такой маленький секретик, да? А вчера получил эту. Но я подыскиваю, вот я часто люблю снимать там, ходить по городу, еще где-то. И тряска от GoPro, ну, в общем, выносит мозг. И я все время искал такую, которая бы имела какой-нибудь стабилизатор немножко. Говорят, это имеет стабилизатор. И даже в настройках я видел их два. Низкая стабилизация и высокая стабилизация. Сейчас я включил низкую стабилизацию, чтобы попробовать, когда я иду, как оно будет. Так, погода, сами видите, какая. Вон солнце. Но утром было холодно. В свитере вышел, машину прогревал немножечко. Но я думаю, быстро и нагреет сейчас. Я оставил, ездил только что оставлять машину в сервис. Не, ничего не поломалось, все отлично, наоборот. Сервис, который положено проходить, когда там каждые 10 тысяч километров я прохожу сервис в официальном, ну как бы в этом, дистрибьюторе, как ее называется. В общем, в Chevrolet я прохожу. И вот сейчас уже было 51 тысяча километров. 51 тысяча километров и 800, надо было 50 проходить, я уже 1800 проехал больше. И там у меня по книжке надо менять уже ремень. Не знаю, в других машинах и по 80 тысяч, и по 120 ходит. Здесь написано 50 тысяч, ремень надо менять. Ремень какие-то там эти самые амортизаторы, там еще что-то. Ну, не амортизаторы в колеса, а эти амортизаторы ремня там какие-то. Успокоители еще что там. Одним словом, масло, фильтры, все такое. Ну, в общем, оставил на этот сервис. И, как всегда, записался еще на прошлой неделе. Сейчас приехал оставлять машину. Они без света сидят. Говорят, нет света. Ну, если появится, сразу начнем делать. Но все равно типа 2 дня надо, потому что там ремень менять, мотор и все такое. И полностью там проверка функционала машины. 8 тысяч стоит это хозяйство. Еще 2 недели назад стоило 6500. Сейчас стало 8 тысяч. Ну, без разницы. Тут цены вообще никогда не знаешь, сколько они стоят. Можешь приехать завтра, будет 16. Так что оставил на 2 дня. Теперь я пешеход. И то еще неизвестно на 2 или на 3, по одной простой причине. Я говорю, неизвестно, потому что сказали, если свет появится, мы не знаем, сегодня, завтра, когда он там появится, этот свет. Так съездили, конечно, новости другие какие. Ну, они такие... Съездили за грибами, вот, порыбачили, только рыба не поймалась, но грибов подсобирали немного. Что еще? Да не немного, а все это целый день перерабатывало, честно говоря. Бедненькая там уже замучилась после этих грибов. Я занимался компьютером, я света грибами все время занималась до позднего вечера. С утра как проснулась, так и ширила, забили по морозилке. Она там их пакеты раскладывала, 27 или сколько там пакетов зашурили. И то это не эти, а обработанные, уже там проваренные и все такое, то есть, которые уменьшились в размерах. Целые они, столько занялись, ни в какую морозилку не влезли.
Остальное вроде все нормально. Вчера 4 компьютера, не знаю, как у вас, у нас вчера 4 человека пожаловались на то, что 10-й Windows актуализировался, обновился, и после этого компьютеры не запустились. Так что думаю, что есть какое-то обновление Windows, которое немного убивает некоторые компьютера. Вчера таких у нас по звонкам было 4. Посмотрим, что сегодня будет. Обновлялся ночью позавчера. Так что глянем, что там будет сегодня. Сейчас пойдем работать. Вот у меня еще парочка таких лежит, один я уже отдал. Так, чувак валит такой ачимон и бачит. Вот. Ну, остальное все как всегда. Экономика как всегда, цены растут. Тут народ балдеет от счастья. Фиг кто чего поймет, сколько там чего стоит и сколько там будет этот доллар и все остальное. Рейтинг правительства падает пока. Дальше жизнь покажет, как они решат этот вопрос. Нынче рейтинг нынешнего экономического, так сказать, состояния правительства нашего ниже плинтуса. Потому что народ ни хрена не может врубаться. Что сколько будет стоить, сколько будет доллар, что, в что укладываться. Доллар, биткоин, еще что-то. Хотя, честно говоря, биткоин, я так понял, у нас не ворочает, не ходит. Где-то утонул за океаном. Кто там пробовал что-то куда-то покупать, какой-нибудь там миллионную долю, сразу заметит, что оно нифига никуда не растет, что все это конкретно байка. Я имею в виду биткоин. Вот попробуйте уложить раньше там $10, попробуйте, чтобы у вас через полгода стало хотя бы 11 или 10,5. Пока что это в ближайшее время не наблюдалось и не наблюдается. Так что это можно забыть. А вот, конечно, доллар, евро и все остальное у нас тут гасится по полной. Непонятки такие с этим всем делом. Ну да ладно. Это обычное явление в Аргентине, во всяком случае. Это про камеру надо еще, если она будет хорошо снимать, если мне понравится, надо будет еще прикупить к ней батарейки и отдельный зарядный, потому что продается с одной батареечкой и шнуром USB, чтобы куда-нибудь, ну типа в телефонную зарядку можно вставить, зарядить. То есть зарядить можно, но одна батарейка как бы поснимал, а потом что, снова ставить на час или на полтора и ее заряжать? Лучше, конечно, если бы сменил, да и дальше пошел. А так внешне выглядит ничего. Сейчас еще, если все окей, распакую, покажу, как она выглядит. Мне все наоборот, что сначала выйдет съемки, а потом распаковки. Пойдем куда-нибудь туда. Грузовик как проехал, дыму немерено. Зато видно, что осень, да? Смотрите, какие деревья классные. Все уже желтое. Ну хоть дождь закончится, и то, слава тебе, Господи. А то этот дождь просто доконал уже. Вот сейчас, кто там грибы хочет, как раз через недельку будет вообще хорошо с грибами. Сейчас по ночам стало прохладно, дожди прошли. Но успокоились. Теперь прохлада, и днем тепло, ночью холодно. Это как раз грибной сезон. Так что кто хочет косить грибы, вперед. Мы уже не поедем в этом сезоне за грибами туда. Мы уже 2 раза съездили, с нас хватит. Все-таки как-никак, это 2 такие поездки, махануть по 800 километров в день. Надо и другими делами заниматься, в случае, если что, на рыбалку на какую-то еще смотаться за город. Ну, сейчас вот машину пускай сервис сделать, потом посмотрю. У нас дома уже начался сезон корюшки. И, ну да, то есть корюшка, лиса, есть уже такие, сезон на рыба должна подойти. То есть дораду такую холодильник давно было уже смотаться давно. А корюшка и все такое должно подойти. Ладненько, я вам немножко показал себя, Буэнос-Айрес.
Теперь покажу еще камеру и все, пока. Как я обещал, покажу камеру, которую я там испытывал сегодня. Значит, это вот эта вот камера Сехикам, или как она там правильно называется, 6 Legend. Вот это оригиналь. Как узнать, что она оригинальная? Это вот надо сканировать вот этот штрих-код, и вас выведет на это самое, на сайт производителя, и там надо набрать вот этот номер. То есть этот номер был серой красочкой закрашенный. Ты ее сдираешь, набираешь этот номер там, и оно тебе говорит, выпускалось это фабрикой или это подделка, так сказать, других фабрик. Он вводится только один раз, так что кто там хочет еще раз попробовать этот ввести, вам уже скажет, что это подделка, потому что я его уже вводил. Так что можете не питаться, не баловаться. Значит, камера вот такая. Довольно, так сказать, красивенько выглядит, смотрите. Мне, я думал, что будет с испанским, и многие пока с испанским языком, и у меня, наверное, они почувствовали, что я больше к русскому языку привыкший. В общем, нет у меня испанского на камере, зато есть русский язык на моей камере. Английский, немецкий, там португальский, итальянский, нет только испанского. У меня было еще и испанский, но обойдемся пока. Значит, шоу в наборе с этой камерой идет, смотрим. Вот такая камера. В принципе, я себе подбирал, чтобы на случай чего случится с моей GoPro-шкой, чтобы у меня была запасная камера. Это раз. Второе, я еще, бывает, на улицах снимаю, и мне надо подобрать так, чтобы хоть какая-нибудь была немножко стабилизация и не такой уж сильный рыбий глаз. Значит, вот я потому подыскиваю камеры, которые можно таскать с собой, но чуть-чуть с большей стабилизацией движения. Это имеет стабилизатор движения встроенный, и можно его включить, можно на среднюю стабилизацию выставить или на полную стабилизацию. Вот я сегодня то, что снимал раньше, это было на средней стабилизации. Открываем, значит, она уже в этом самом, бокс для подводного плавания. Вот, на 30 метров можно опускаться с этим боксом. Сама камера вот такая. Значит, имеет один разъем USB для зарядки, для микрофона дополнительного. Я сегодня как раз вставлял из GoPro-шки своей. И памяти. Карта памяти установил сюда. Подзарядил батарейку. Здесь же заряжается. Имеет уже резьбу для того, чтобы крепить на треногу. Крышка закрывается крепко. Хоть и не сказано, что водопроницаемая, но крышка крепкая. Батарейка, по-моему, где-то чуть ли не на час хватает, там 1000 миллиампер. Вот, защелкивается. Три кнопочки, одна включение, одна настроек, одна включить-выключить, или фотки делать, или видео снимать. Нажимаем чуть-чуть, держим 3 секунды. Вот, запускается. Два экранчика, один здесь, один сзади. Экран сенсорный. Вот мигает эта стабилизация включена. Микрофон можно включить, выключить тут же. Указаны параметры видео, снимает 4К. Нажимаешь, и вот настройки, смотрите. Просто видео, просто фотку. Вот таймлапс фото, таймлапс видео, замедленная съемка, серийная съемка. В общем, тут всего. Видеорегистратор может работать, видео плюс фотки и подводный режим. Сразу уже настраивается там, по-моему, оттенки меняются, еще что-то такое. В общем, настроек тут, конечно, кучугура, скажем честно. Вот. Разрешение видео, смотрите. Можно тут выбирать, выбирать и выбирать. Вон. От 4К и туда вниз, вниз, вниз до VGA. Вот. Так что выбираем любую, щелкаем пальцем и назад. Угол обзора, цикличность записи, улучшение освещения выбирается, динамический диапазон, гироскоп, вот это вот стабилизация, гироскоп, вот смотрите. Можно выключенную держать, низкую стабилизацию, высокую. Вот я сегодня с низкой ходил стабилизацией. Запись звука включить, выключить, громкость всяких кнопок, громкость звука, если хотите, штамп, дата, время будет светиться, рекламка будет светиться прямо на видео и на фотках. Но я это отключил, но мне не надо. Может, это нужно для тех, кто пользуется как видеорегистратором, и там, чтобы когда что случилось, какое было число и сколько было времени, тогда да.
Формат видео можно поменять. Смотрите, MP4 и MP4 и MOV. Вот. Битрейт. Запись двумя видеофайлами можно включить. Это будет писать один нормальный видеофайл и один маленький для того, чтобы если кто-то куда-то там сразу отправляет маленький видеофайл для того, чтобы там показать, что он заснял, то это для этого годится. Для меня это не нужно. Резкость, баланс, белого, эффекты, вплоть до того, что, смотрите, ретро, черно-белый эффект, можно сразу включить эффекты, и камера будет с эффектами всякими снимать. Экспозиции, режим изменения, экспозиция и коррекция дисторсии. Ну, в общем, это коррекция вот этого рыбьего глаза, можно ее включить. Сейчас она не включается, потому что стоит гироскоп. Если его убрать, тогда включается коррекция рыбьего глаза. В общем, настроек тут куча. Это только по видео я показывал. Еще есть основные настройки. Вот язык, дата, время, форматирование и так далее. И пошло. Режим ТВ, быстрая запись. Тут смотрите, сколько всего. И уже там подробные настройки на эту камеру есть у людей побольше. Как говорят, кто там конкретно рассказал. Я просто хотел показать, в каком наборе она идет. И чем я теперь буду бродилки по Буэнос-Айресу пробовать снимать. Может, вам будет не так голову трясти. Значит, что в наборе с этой камерой? Коробка красивая, я показывал. Так, здесь шнур для зарядки. Да? Зарядка камеры, списывание видео на компьютер. Ну и в тот же самый разъем подключается GoPro-шный микрофон выносной. Я сегодня на него и писал, пробовал. Два таких крепления такие, да, которые на липучке крепятся там на каску, на шлем какой-нибудь, там еще куда-то крепится. Вот. А один прямой и один такой, как для каски, как для шлема. Липучки. Но что самое интересное, что вот эти двойные, они вертятся. Смотрите, если взять, и можно вот поворачивать их под определенным углом. То есть не просто так вот прямо как приклеил, а если приклеил чуть-чуть криво и тебе надо куда-то в сторону, то можно вот повернуть. Это прикольно, раньше такое не видал. Единственное, что так сразу как бы видно, что это плохо, вот этот переходничок. Всяких вот этих штучек много. Они, кстати, не подходят, не такие, как в GoPro, а или в другой камере Eken, которая у меня тоже есть. Вот те взаимозаменяемые, этот нет, это совсем тоненькая. Она у GoPro не влезает, начинает болтаться. Так вот, самих вот этих штучек, ну, штук 4-5 есть. А вот это вот, одна вот этот переходничок. Так что больше, мне единственное, чем хорошо, тем, что остальное все, оно подходит от GoPro и от Eken. Так что между моими камерами я с переходниками как бы разберусь, смогу урегулировать. Но показываю тем, кто получит ее и не имеет других. Так, крышечка, экранчик закрывать. Сейчас экранчики еще всякими бумажками вот заклеены, сейчас я их буду обдирать, готовиться уже к работе с этой камерой. Но пока обзор смотрим. С этой стороны, вот оно все. Вот всевозможные переходники для крепления на все, что только можно. На треногу, на селфи-палку, хотя я уже показывал, что тут для селфи-палки и для треноги уже готовый есть переходничок. Вот, всевозможные, чтобы развернуть под 90 градусов, одиночные вот эти площадки. Тут были двойные, которые, а тут одиночные простые площадки. Еще переходнички. Так, это кулек от этой крышки. Вот сенсорная панелька задняя для подводного плавания. Не знаю, это, наверное, на Карибах или где там. В общем, меняется эта вот стенка. Вот эта стенка глухая на вот эту стенку. И тогда можно нажимать пальцем и пользоваться вот этой сенсорной панелью для регулировки под водой. У нас не настолько прозрачная вода. Может, кто с баллонами там плавает, чтобы свалиться в воду и еще там увидеть вот эту вот и правильно потыкать сенсорную панель. Так что, конечно, я не знаю, вряд ли я буду это пока применять. Если уже потом на каких-нибудь прозрачных водах, где прямо тебе хочется потыкать пальцем в камеру под водой. Так,
пластиковая такая рамка, в которую вставляется камера для того, чтобы хорошо проходил звук. И смотрите, как он открыт. Хорошо. В каком плане хорошо открыт, что можно подключать микрофон во время ходьбы. Вот. Все зажимается. Кстати, очень плотно. Я там видел в одном обзоре, говорят, болтается. Нет, ничего нигде не болтается. Может, конечно, раньше болтало, сейчас не болтается. Смотрите, здесь можно уже подключать. Здесь можно треножку маленькую ставить или ручку такую. Здесь все хорошо открыто, не вывалится. Здесь тоже микрофон открыт, и подключать дополнительный микрофон тоже открыто. Или зарядное устройство. Вот, значит, эта рамка существует. Полезная рамка. Я лично такими рамками пользуюсь, скажу честно. Потому что подводными практически нет. Только на каяке. И то я пользуюсь модернизированными рамками для рыбалки на каяке. Потому что через эти не проходит звук. И ты как это, как глухонемое кино сидишь, ротом плямкаешь, а звука нет. Соответственно, я модернизирую вот эти корпуса, чтобы вода не попадала, но звук проходил. Для велосипеда кататься на велике. Очень классная тряпочка. Смотрите, вытирать носа и камеру. Дополнительные липучки. Просто липучки. Вот эти для площадок. Две отдельно. Рекламка. Кто хочет у себя на окне повесить. И инструкция, в том числе на русском языке. С названиями, что есть, и куда на что пальчиком тыкать. Вот. Все. Это, в общем, будет та камера, которую, если все будет хорошо, будем использовать для ходилок-бродилок по Буэнос-Айресу. Теперь все, пока. До следующих видео.